таза, кешіміздің жүргізушісі Нұрлан Қоянбай. Рахмет, рахмет. Мен сіздерді жақсы көрем. Рахмет үлкен. Түнгі студияға қош келдіңіздер. Түнгі студияның көрермендері, жалпы осы Қазақстанда барлық көрермендерінің ең көрермендері десең. Тамаша. Кеш жарық, қайырлы түн, құрметті достар. Эфирде Жібек жол арнасында түнгі студия бағдарламасы. Біз шоуымызды не істейміз? Достар, эфирде түнгі студия жобасы, түнгі студия бағдарламасын ашылғанына 10 жыл болады. Нешесі бі естеріңіздер ма? Есімде жоқ. Ең алғашқы қонақ бізде Роза Қуаныш қызы болды. Арман Давлетьяров, өгізе Мұстовен гендиректор. Әли мен Роза ханым бірге. Жалпы ол кезде түнгі студия бағдарламасы рейтингі ең... максимум дейді, ең жоғары 9-3-ке жеткен. 9-3. Жалпы ТМД елдерінің бойынша ол кезде «Пусть говорят» деген бағдарлама болған. Олақпен сол кісінің рейтингі бірінші орында болған. Ол кісінікі 12. Түнгі студия 9-3 болып, сондай Қазақстан бойынша рекорд жаңартқан. Егер де мен қателессем, енді бірақ 10 жылда әлі олар рекорд бұзылмаған сияқты. 9-3 деген қазақ тілінде жүргізілетін бағдарлама. Ол рекорд деп айтып жатыр. Болған жоқ дейді. Білмеймін, рас па, өтірік па. Болған жоқ деп айта берейік. Түнгі студия ең жоғарғы рейтинг жинаған. Бұл, қателеспесем, Ақылбек Жеменеймен болған ақпан айындағы түсірілім. Жалпы түнгі студияның 10 жылдығын бір тойлайтындай мереке қылып бір концерт беру керек сияқты. Осында студияда емес, республика сарайында немесе орталық концерт залында Астанада деген сияқты. Бүгін достарымызды, әріптестерімізді жинап бір 2 сағаттық концерт беру ой бар. Осы түнгі студияның 10 жылдық тарихында бір өзіңізге ерекше болған қонақтарды айтыңызшы. Ерекше, түнгі студияның барлық қонақтары ерекше. Олар, білесің бе, несімен, ерекшелігімен ерекше. Мәс саған. Сонда бір ерекшелігімен ерекшеленіп тұрған бізге тағы да қонақ келіп тұр ғой. Ерекшелігімен ерекшеленіп тұрған. Көп құтпаса, ұрсат ол кісі. Үйткені? Ол энергиясы мақты кісі. Ерекшелігімен ерекше. Тамаша, қошеметтеріңіз. Бүгін бізде қонақта танымал әнші Сұлуда сүйкімді Луина. Қошеметтеріңіз, ойна, кеш жарық. Кеш жарық, кеш жарық. Кеш жарық болды, қайырлы түн. Қайырлы түн. Қайырлы түн, достар. Үйқы қалай, жалпы үйқын кеп тұрған жоқ па? Жоқ, я же, у нас жид начиная, түнде үйқтаймаймыз, сериал көреміз, өлен айтамыз. Жарайды, онда сериалдан бастайық, ойнаның ең жақсы көретін сериалы. Ну, сейчас просматриваю сериал под названием, нехорошее название, про Пабло Эскобара. Да,
Нехорошее название не буду говорить, напишу в сторис. Я оны біз ол кісін танимыз кезінде осы Колумбияда көп жалпы... Карко деп айтасын. Хорошо. Да, 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 именно. Неге Паул Эскобар? Блин, потому что харизматичный. Все харизматичные, но уже Маган для меня он не харизматичный, потому что пересмотрев на новый взгляд, и я считаю, что он очень нехороший человек, сколько бы добра он ни делал. Просто я все сериалы уже пересмотрела. Она он не Диген Халай. «Игра престолов». «Великолепный век» я не смотрела, кстати. А вы похожи на героиню. А, да? «Великолепный век» у Кайгина. Сулейман. А, Сулейман. Сіздер көрдіңіз дер ма? Бәрі көріпті. Тамаша, сериал туралы бастап кетейік, әнді ұмыт кетсек, та музыка әнді. Жалпы сериалдан жаңа кешіріңіз, Нұрлан мырза, маған комплимент айтып жатыр ғой, «Великолепный век» деген сериал басты героинясына ұқсайсыз деп. Барби деген кино бар ғой, голливудский, соның басты кейіпкеріне күшті келетін сияқтысыз. Рахмет. Я айтып рахмет, спасибо. Өте әдемі болып тұрсыз. Рахмет. Көрермендер біледі, красотка деп. Мен дайындалдым. Жоқ, ол кісі маған айқайлап отыр. Десятилетие түнгі студия, конечно, мен дайындаламын. Рахмет. Жалпы түнгі студияда нешінші рет келіп отырсың? По-моему, третий или төртінші рет. Төртінші рет келіп отырсың. Төрт или үш. Забыла. Я жалпы осы индустрияда, жалпы эстрадада ең еңбекқор әншілердің бірі, қошеметтеріңіз. Рахмет. Қарамында, қарайында кейде шаршамайды ғой. Бірнесе клип түсіреді, Европаға барады, бірнесе премьера жасап. Кеше ғана бір клиптің премьерасын шақырып, тағы да бір премьера, тағы да. Краснодар еңбекқор, өте еңбекқор. Қазір не жаңалық болып жатыр, айтып берсең. Жақында клип болды, иә? Вот недавно была презентация на новую песню, клип «Қарағым ай». Шын жүректен құттықтап қояйық. Бейнебаян «Қарағым ай» атты ән жаздыңыз, иә? Иә. Почему деп сұрайсыз ба? Неге? Почему, о чем песня? Ну, на самом деле, когда писалась песня, енді мен жігіттерге айттым, чтобы она была не такой сильно замысловатой и сложной. Обычно қалай болады? Про любовь, про флирт и так далее. Что-то легкое. Сол про флирт болып кетті, да, Олен? Махаббат туралы. Махаббат туралы. Тамаша, шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Неге шықты ғой YouTube-та, иә? Иә, YouTube-та шықты. Потихонечку набирает обороты песня. Не, конечно, не так, как хотелось бы. Ну, то есть... А сколько хотелось бы? Хотелось бы, ну, например, как было с песней «Хэйо». Ну, то есть за месяц она набрала свой миллион. То есть в день у нее было, я помню, в первый день 100 тысяч просмотров. А в данном случае было мало. Я біз көмектесейік, біздің көрермендеріміз әрі қарай көруге мүмкіндік ашып берейік. Сбор жинайық десең. Жоқ, ондай емес. Бізде видео үзінді бар, бейнебаяннан. Соны көрейік, одан кейін біз әрі қарай менде сұрақ бар. Су жаңа. Ал, кеттік, қошеметтеріңіз. Жаңа биді кім шығарды мына биді? Это ребята хореографы. Мен де хореограф бола алатын сияқтым ғой. В моем возрасте я уже забываю, как это называется? Титоник. А, мынау ма? Да, сол нәрсені я, конечно. Жоқ, мен де хореограф бола алатын сияқтым, бола алатын сияқтым. Оның бір мағынасы бар шығар, Нұрлан мырза. Мүмкін, мүмкін. Разрешение нет, это просто танец. Мен Индияда бір осы биді қоятын бір қызбен танысқам, ол кісі кәсіби маман екен. Индияда сол оқып жатыр, 5 жыл сол би оқуы болады екен ғой. Сол кезде әр бір не жаңаға, бірнесе білдіртеді екен. Қимыл. Қимыл, иә. Сіз не айттыңыз жаңа біз? Бұл мына жерде мен сені сағындым. Көргім келеді. Көргім келеді. Жақсы көремін ғой бірақ. Деген сияқты хореографтың ойлары сияқты. Жалпы енді осы клип туралы кім түсірді? Мен айта кетейін. Иә, Дәулет, сіз айтып кетсеңіз. Сол арқылы сұрақ қойдым. Мүмкін Луина ұмытып кеткен шығар, өйткені өте көп клиптері. Иә. Кім түсіріп жатыр ана жобада? Но давно я не снимала клип. Сейчас же, ну, мут видео. Сейчас мут видео Инстаграмға саласым болды. То есть ты не снимаешь, не поделываешь большую работу. Ну, в последнее время, я не говорю про всех. И так же было и со мной, да? То есть я уже, наверное, 4 года не снимала прям вот сольный клип. Это были пару дуэтов вот на протяжении 4 лет.
И сейчас это была проделана, ну, для меня большая работа. Ну, и то, что ты запускаешь туда бюджеты, то есть деньги. Суансин потратилась, время, труд, как говорится, любовь. Ну, была такая работа проделанная большая. Я бюджет демекші, бюджет демекші был клипке, режиссер жетінде. Валерий Задарновский, оператор Макс Задарновский, художник-постановщик Инга Задарновская. Семейный бизнес. Бір семьяны үйінен барып, алып кететіндей ақшаңыз көп па? Это вообще... Мен ойымша Задарновский үйіне кірген да, Алоина. Сен, сен. Ты, ты, я не работаю, работаешь. Нет, кім, Валерий Задарновский, я думаю, что многие его знают из нашей индустрии. Это раньше он пел, кстати, в группе. Метисы была популярная группа, которая собирала площадки. Сол, а давно они уже стали как режиссерами, это тоже не первая работа с ним вместе, и они, видимо, работают в семье, как семейный бизнес, то есть Агас Мемберге, Макс Мемберге, он Макс оператор. Макс, танымал оператор, я. Да, очень популярный, известный, хороший оператор. И Инга с Жирус, сестра, ну вот, Апаса, вот ходит как художник, получается. Художник, по-своему. Я свои правила не говорила, ну потому что все, сказал режиссер, вот такая команда, вот такой гонорар, и все, пожалуйста. Поэтому как бы вопросов не было. У тебя ангайликим жан. Я? Почему нет? Я бір мәшіне мен қайтат. Примерно солай. Я әр түрлі мәшіне жалдап жүрмейсің. Европаға барып келдіңіз. Бұл демалыс, я? Демалыс деген... Менде демалыс деген жоқ десенші. Ну, на самом деле, я просто не турист. Я вот, если демалыс, мен могу максимум 5 дней полежать на солнышке, на море. Это вот максимум. Потом я хочу работать. Сал, Түркияда жатып демалатын демалыс, я? Сонда демалыс для меня демалыс. Я. Сонда демалыс хороший. Когда ты отдыхаешь, загораешь. Я. А здесь ходить по Европе, успеть вот все города обойти, все дорого, но красиво, но я не турист. Я не люблю такие вещи. Я просто люблю отдыхать. Книжки, пассивный. Телефон, болды, пассивный отдых, да. Мен менде жақында барып келдім, да, Австрия, там, Германия. Уже не помню. И шыменде шаршап қалдым. Мен сөзі, мен бұрын Түркияны менсінбеген емес, былай қатын атпайды, но барасын отельге, тамақ жейсің, пляжға барасын, тамақ жейсің. Өнер жейсің. Содан да шаршайсың, да? Содан шаршап жүрген ғой, қойшы бармай мен Түркия деп. Сол Европада солай жүріп-жүріп, шымен Түркия. Біз күшті екен, ана жерде тамағым бар, не істейтін білесің деген сияқты. Ау, Дәулет. Жаңағы клип... Европада жиі болып тұрасың ба жерде? Жоқ. Дәулет кешім сен. Дәулетім просто... Жүріп қойдым. Жиі емес. Дәулетке жының көл, айлау көп та неден. Не, вообще классный у вас такой вайб, прям день, вообще праздник был про студентов, вообще очень классно. И за кулисами так волнительно, и так празднично. Мне нравится, спасибо вам большое. Класс, класс. Жие емес, то есть не часто. Последний раз я была... То есть не часто. Я сама себе перевожу. Последний раз я была в Европе. А, подождите, мы же были с амбассадорами в Европе, это в Барселоне. Вы были? Я с девчонками не ездил. Я помню эту вашу поездку. Футбольная федерация. Да, мы пошумели немножко. Но вообще была такая серьезная поездка впервые и в последние разы. Это была поездка тогда, когда мы представляли «Наша страна Экспо». И забрали, то есть победили Экспо, выиграли, так скажем. Мы тогда ездили как на гастроли, как артисты. Мы ездили в Париж, это была моя первая поездка в Париж. И мы съездили туда дважды за счет вот Экспо-проекта. Бывает очень редко, ну то есть я вот по новой делала визу, если вам интересно. Интересно? Бывает очень редко. Интересно, да? Да, почаще мы сейчас проживаем, ну, наверное, тоже знаете, мы проживаем в Дубае. А, really? Дубайда ең ұзарма. Дубайда ең ұзарма ұйынақ. Дубайда ұйынан ұйы бар екен. Қошемет әріңіз. Дубайда ұйы бар. Мы снимаем квартиру. Пока Имус прям своя квартиры своей нету. Я инстаграм на горбе. Ивар, Ивар. Но зато есть 10 машин, потому что у моего мужа там рент-кар. Обращайтесь. Папа рент. Игорь, Дубайға баратын болсаңыздар, ойының жолдасында рент-кар компаниясы бар, я? Боксилер. Ұялу керек Дубайда. Помогите. Нұрлан мырза, сіз басында айттыңыз ғой, түнгі студиян концертін жасайық деп, Дубайда жасайық та?
Почему нет? Я берем с Луина Нюнде. У Нурлана связи хорошие, я думаю, получится. Хадрып барамыз. Луина Нюнде барамыз. Кона саламыз. Эконом, я? Бана Задарновскиларды аламыз. Луина Нюнде тұрамыз. О, машина бар. Луина, сен тамақ пісіреласын ба? Сыралам. Ен үздік тағамы қандай, мысалы? Ен үздік, не знаю, но ен часто это суп чечевичный. Суп чечевичный. Айдала. Потому что, ну, ребята... Мен ойымша, қаз жолдасын, эфир көрбатсы, бейт ватқан шар. Я не думаю. Сколько можно суп чечевичный? Бізде в основном же мы же не питаемся дома, мы же в основном ходим на встречи, в рестораны, кафе и так далее. Это же, ну, это же правда, это же наша жизнь. У нас ритм такой сейчас. А иди посмотрю, но это вот только для ребенка, редко. Он сейчас, тем более в садике. Что я заикаюсь? Почему я заикаюсь? Я так волнуюсь, что ли? Или мне хочется много чего сказать, всех перекричать? А я тоже думаю, почему она заикается? Слово, в общем, готовим только для нашего ребенка, и то редко. Но если прям вот задача будет псыр бірдемені, мен псырем. Кім беру керек задачын? Білмеймін. Балам, десе. Балам, например, муж. Жолдасым. Я, например, жолдасым. Тамаш. Жолдасым, чечевешін. Ақыр, отбас шайлы әңгіме басталып кетті. Сіздің балаңыз күтушіңіз, яғни балаңыздың бала күтушісі. Неше де олыңыз? Үш болайын деп атыр. Алынша сөйлеседі өз ара. А, это сейчас про няню мы говорим? Да. Yeah. А, все, окей. Бала күтушіңіз, няня. Мен өзім бала күнде няня болмаған менде. Менде де болған. Айтамайым няня деп. Басқа ұлт. Қателесіп істем, филиппинка. Да. Е, солай ғой. Она филиппинка. Сонда балаңыз жылаған кезде, о май гад. Е, примерно. Вот мен даже, я почти, вот видите, я иногда этот, я привыкла настолько, что в доме живет, она с нами живет, филиппинка, что я уже қазақша вспоминаю, орысша вспоминаю, на ағылшынша, но я путаюсь уже дома. Я не перфект вообще. То есть я, знание моего английского, это 20%. Но благодаря нашей няне, она же и помощница, то есть практикуется английский. Ребенок, например, он понимает, вот шеста, вот скоро будет 3 года, да, он четко понимает, что мама смен надо на русском говорить. Казахша, вот почему-то он тоже сейчас не разговаривает, ну, видимо, потому что мы мало общаемся. Но с ней понимают четко, что нужно говорить на английском. И, например, сейчас он уже говорит фразами. No, it's my pillow. Pillow. Кто знает, что такое pillow? Я никогда не знала. Подушка. Pillow — это подушка. Yeah. Молодец, Салтанат. Умница. А я не знала, например. It's my pillow. Give me my pillow. Или вот так вот. Садик тен креттай геблай. А я ким лахтрат и говорит. Марис! Let's go play. Вот это его фраза. Я не знаю, ты кому дедыңыз? Мэрис. А, Мэрис. А он говорит, Мэрис. Тамаша. А, Мэрис, я? Мэрис, я. Мэрис, sorry, sorry. Yeah. Мэрис like it in TTV's in the soap. She very like, она очень любит. Не бувател. Она научилась его готовить. Боксер Дубай. Мен марқанымда, арқасында қалай етеді. Сіз арқаңызда. Мен марқанымыздан, арқамнан. Мен омыртқамда. Она научилась готовить чечевичный суп. А мне улет, мне арқам жауроватыр. Кстати, она у нас поет тоже. Очень хорошо поет. Марис, біздің студиямызда. Марис. Яғни, тағы бір сұрайын дегенім, жалпы енді көп өнер адамдар өздерін іздейді ғой. Мысалға бір актриса қарындасымыз Балиге барып, 3-4 ай сол жерде бір ізденіс болады, бізде бір сценарий жазған кезде бір жаққа ұшып кетеміз. Неге Дубайды таңдадыңыздар? Білмеймін, вообще это... Көбісі Аланияға кетіп жатыр деген сияқты. Есть такое, да. Но я не выбирала, в смысле, я никогда не думала, что есть возможность где-то еще жить. Ну, что я могу так, что я хочу так. Но мой муж, вот он всегда любил Дубай и мечтал что-то сделать свое. Здесь почему-то он, наверное, для себя, просмотрев, не увидел какие-то варианты. И решили туда, енді қорқып, бардық, попробовали, сделали свой старт, что я советую тоже многим людям, всем никогда ничего не бояться, нужно пробовать. Соны бастадық. Әлем зерттеу керек. Вообще, на самом деле, да, весь мир у наших ног, надо все пробовать. И полгода назад он решился все-таки, естественно, с моей поддержкой моральной. Барда, и я думаю, что сейчас он не жалеет, мы не жалеем. Единственное, хотим, ну, он говорит в последнее время, что он хочет в Алмату только из-за нас. Только из-за семьи, что хочет быть рядом. Қошеметтеріңіз, енді Дәулет, сен сұрағында. Бағана 20 минут тоқтат қойғам сұрағында. 20 минут бұрын. Жалпы бір сұрақ қойылайын, ол жаңа өзіңіздің бейнебаян клиптеріңізді қайталап көресіп бі? Жұмыстарыңыз. Бөлек уақытта, көрем.
Недавно. Ну, то есть просматривали я свои клипы. Я. Прием, прием. Баяғыда шыққан. Өз өзімен сөйлесіп. Қаз басында Филиппин, жолдасы Дубайда. Машиналар өтіп атыр ма, жоқ па? Ұлан, сіз білесіз ғой, я люблю поболтать, я люблю много говорить. Сіз танимын? Просто енді. Просто у меня нет. Я понимаю, что у меня мало времени, мне нужно. Луина шамал қысылып тұр қазақша, біз көшеде бір кездесіп қаласың ғой, бүйтіп отырасың ғой, әңгімелесіп. Соның арасында әңгімелесіп жатқан ішінде клип түсіп тастайды. Иә. Конечно, пересматриваю свои клипы. Онда соны біз тексерейік. Ага. Дәл қазір мен сізге үш сұрақ қоямын, оның жауаптарын өзім ұсынамын. Егер сіз сұраққа дұрыс жауап бермесеңіз, өміріңізде болған ыңғайсыз оқиғамен бөлісесіз. Хорошо. Неудобная история, да? Неудобная история. Я даже не могу сейчас уже вспомнить. Кеттік. Луинаның ең көп просмотр жинаған «Хей-о» әніне клип қай күні шықты? Дата выхода. 6 мая? 6 мамыр? Ұсыныстар бар. Жақсы. Мен вариант нұсқалар айтам. Жарай, варианты. 1 мамыр 2018 жыл. Дәулет. 2 мамыр 2018 жыл. Б. 3 мамыр 2018 жыл. В 4 мамыр 2018 жыл. 6 мамыр жоқ. 6 мамыр жоқ. 6 мамыр жоқ. Почему 6 мамыр жоқ? Айттың ғой, 6 мамырды. Жоқ екен. В варианты. Бар ма, қандай? Последний. 3 ма? Ең соңғы. 4 мамыр. Тамаша, дұрыс жауап, Дәулет. Дұрыс жауап? Иә. 4 мамыр. 4 мамыр. Бірақ нешеде? Нешеде? Мен ол кезде басқа қалдым. Қалжыңдаймын. Сіз дұрыс жауап берген жоқсыз. Жоқ? Иә. Өйткені дұрыс жауап 3 мамыр 2018 жыл. Неге қателестік? Неге қателестік? Сонымен ыңғайсыз оқиғаны бастасаң? Бір ыңғайсыз. Иә. Ары қарай бізде 2 сұрақ бар. Нет, я просто могу рассказать, но не настолько она смешная, может быть, но я просто напомню. Например, Алишер Каримов пришел к нам на свадьбу в 2019 году. Это оған ыңғайсыз история, ма? Да, ну, бұйырсын. Главное, чтобы что-то сказать же. Он приходит, в общем, на свадьбу, классно, погулял, спел, был красивый, супер. Потом через 2 дня он снова поздравляет и говорит, что забыл конверт в своем пиджаке и не подарил нам денег, подарок. Не подарил. Ну, так вот, до сих пор он его не подарил, мне нужно шарш Шадом ему напоминать, смеяться. Ну вот реально, я сначала такая, первые встречи, там, первый год. Ну и что, а где мой конверт, где наш подарок, где уже... Ага, и мне уже неудобно. Она пиджак ашылмай жатыр. Хотя Алишер Каримов всегда дарил мне хорошие подарки. Бірақ енді бізге сол конверт Алишер бержерді. Алишер енді сыйлықты беру керек. Алишер, біз күтеміз міндеттерді. Десең, да? Әр қарай, кеттік. Адреналин клипінде массажный төсекте жатқанда басыңның астындағы подушканың түсі жаңағы пилоу. Пилоудың түсі. Пилоу. А. Қара. Ә. Қызыл. Б. Сары. В. Розовый. Г. Светсіз. Десең, керек. Жоқ, ондай жоқ. Сонымен адреналин клипі. Қара, қызыл, сары, қызғыл. Жоқ, я помню, но прям подушка ма или сам матрас па? Подушка. Жалпы өзіңіздің сүйікті түсіңіз қандай? Жоқ, қазына. Аяқтап алайық. Розовый түс па негізі? Ну, білмеймін, по-разному. Вообще, черный, белый, қара, ақ. Иә, черно-белый. Қайсы болды? Иә. Қайсы болды? Ақ, қара, сары және қызғылт, яғни розовый. Сары. Нет, сары, наверное, это было полотенце. Розы, а нет, сары. Сары. Сонымен? Жан-жақты көмектесіңіз келді. Қалай. Болды-болды сары. Болды-болды сары. Сонымен сары дұрыс ба? Қызғылт, розовый. Қызғыл? Мен тексіздікке сұраған жақсы болғай. Розовый, розовый. Розовый, розовый. Розовый. Бізде намек тастап атамыз ғой. Тво, я же сказала же первый, вот розовый деп. Вы не услышали. Сонымен кринч. Жолдасыңыз 8 машина алды. Аренда өтпей атыр. Иә. Сосын телефонмен жайлап ұрса бастадыңыздар. Оны қайдан білесіз десе? Что за сценарий новый пишет? В общем, тоже мы... Алишер Каримов, да? Жоқ. Мы в Петропавловске, кажется. Как раз вот последний был бой Головкина, где он участвовал где-то полгода назад примерно. Я не знаю, Алтынбек Рахметов есть у нас такой товарищ, который пригласил меня к
как и певицу, и сказал, ну, поведешь немножечко, я кішкене жүргізуші боласың ғой, деп попросил меня, я говорю, окей, ладно. Ну, тоже опыт, тоже же надо пробовать. И тоже, получается, со своим коллегой, с ведущим стою, тоже много народу, все запинается у меня, я не могу нормально расслабиться и провести, вот как сейчас примерно. И сюда, в общем, мне нужно объявить, что завтра будет в 10:00 там прямой эфир, и я тоже говорю на всю эту публику, на всю аудиторию, кричу и говорю, Геннадий Головин. Ну, то есть, это же ужасно, представляете? Это же ужасно. Это ужасно. Вот тогда я чуть не провалилась вот прямо вот там же, где и стояла. Қалай жұпшайдыңыз? Я вас понимаю. Қалай жұпшайдыңыз артынша? Никак. Никак. Просто никак. Головин бокет. Ну, типа, меня поддержал мой соведущий, дальше что-то сказал, хотя я увидел, как он вот так вот, ну, как бы засмеялся. Хотел как бы посмеяться вообще хорошенько, но здесь не получилось. Надо соведущий. Кайтты дейдіз? А? Дейді. Дейді ма? Ну, типа, вот так. И дальше. Ал, достар, жалғастырамыз, что такое. Емойша, Геннадий енді Луинан кезескенгізі бейті айтан сияқты. Привет, Луиса. Луиса. Тамаша. Бізде жаң айдар пайда болды, бір сөз деген. Сіз осы эстрададағы әріптестеріңізді бір сөзбен айтуыңыз керек. Ассоциация. Ассоциация сияқты. Алишер Каримов, конверт деген сияқты. Деген сияқты, иә. Кеттік па? Кеттік. Суреттер дайым? А, жоқ, суретсіз, иә? Бірінші, Алишер Каримов. Енді оны конверт деп айттық қой. Қалдырамыз әлде басқа тағы да ассоциация бар ма? Ну, я думаю, если говорить обо мне, то тогда стиль. 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 Алишер Каримов, стиль. Стиль. Жақсы. Келесі. Мақпал Исабекова. Макося, так. Макося, мама. Мама, понятно, ладно, окей. Кындык шеше моего сына. А, тамаша. Айқын. 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 Айқын – это... ну, например, у меня ассоциация, что он всегда поправляет звук. Как это можно? Всегда он недоволен звуком. Саундчек. Пусть будет, да, саундчек. Саундчек. Молданазар. Молданазар – талантливый парень, который тоже для меня писал как автор песни Нигежаном. Я не знаю, он что-то такое. Мне кажется, он что-то космос, что-то про космос. 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 О, да. Классно. Мен кукуледе, вайтамадесе. Укулеле. А, укулеле. Укулеле. Достану Разбеков. Достану Разбеков – это позитив и танцы. Танцы. Тамаша. Би, би. 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 Я. Би. Димаш Худайберген. Димаш – это... ассоциация, да? Ассоциация, ассоциация. Это дар, это гордость, это талант. Там не знаю, ну что-то такое, наверное, да. Что-то неземное тоже. Ага. 91. 91 – это круто, это креатив, это супер. Я хочу с ними дуэт. Тамаша. Мы же 91. Я 91 мен дуэт, Алишер Каримов конверт. Ринго. Ринго – это родные старые уже шлягер ребята. Ринго – это Моторола. Это Моторола. Ринго – это пейджер. Биксом. Биксом – это биг бро, это баскетбол, окей. Рэп и баскетбол. Орда. Орда – это... Орда. Орда, ну это тоже круто. Это окей, Бауыржан Шоу. Ассоциация. Ассоциация. Да, я когда-то их узнала, и открыла для себя, и познакомился, сделала первую фотографию, нашел Бауыржан Шоу в Аксау. Нурлан Коямбаев. А? Нурлан Коямбаев. Это... Сбивать это, да? Ну, Нурлан для меня, вот как есть, может быть, не с юмором, но Нурлан для меня это что-то такое, как авторитет, это что-то такое солидное, это что-то такое... ну, мужественно. Не знаю, вот для меня вот картинка. Ну и, конечно, Тунгастудия. Я должен соответствовать. Хотя с юмором парень. Вы сыграете себе под оперенкши? Енда. Луина. Луина, да, нельзя ассоциация. А я думаю, что зажигалочка, наверное, энергия, да. Енда. Джумахан. Газовая зажигалка. Джумахан. Танцинг тоже. Бетто, смен бетто. Я думала, кто это? Я, Джумахан. Мен де танмайм. Абжапар Аль-Хожады. Сонымен, уақыт бөлгеніңізге рахмет.
көп рахмет, сіз бізге көп энергия сыйладыңыз. Дубайда тұратындарыңыз білдік. Енді біз Дубайға барсақ хабарласамыз, иә? Хабарласамыз. Құрмет көрермендерге, Дубайға баратмасаңыз да, ойнап па, таңғалай деп жазыңыздар. Instagram шулатыңыздар. Біз Дубайға келдік, Дубайға келдік, машина қайда? Мен ойымша Дубайда қиын емес сияқты, Луина ханым. Уже қазақтар, таңғыстаулық азаматшаға ауа райы жағынан үткен жаз. Жаңаөзеннен деген Дубай деген 1,5 сағат қателеспесем, 1,5-2 сағат. Полету? Самокатпен. Да, білмеймін, я сақтау в Дубай никогда не летала. Я сама родом с Узени, да. Я, білемін. Ешқашанда тұрған жоқпын Узенде, только туылдым. Ақтауда тұрдым, Астрахында тұрдым, Камызякский район, я уже говорила, по-моему, об этом. Ақтаудан, мен неге айтып жатырмын, Ақтау өткен Дубайға барыңызды, ақтаулықтар, атыраулықтар өте көп Дубайда. Көп. Не обжистер. В принципе, қазақтар өте көп қазір. Дубайда қазақтар көп. Очень много. То есть, если раньше вот біздің Динара Султан, когда там жила, она вернулась и говорит: ой, нет, я не могу, все там, вот я хочу в Алмату, к своим, к близким, к друзьям. Енді ондай нәрсе в Дубае очень много. Ну, в смысле, что там очень много нашего народу, есть свои уже кланы, қазақтар көп, и очень комфортно. Ты не успеваешь со всеми встречаться. Тамаша, Дубай қазір біздің қала болып айналып бара жатыр. Почти уже, да. Тамаша, Луинаға біз сәттілік тілейміз. Енді Луина, соңғы сұрақ, жалпы жоспарларың, алға қойған жоспарларың, мүмкін жанкүйерлерің күтіп отқан шығар, концерт, какие планы? Я уже с 11-го года на эстраде, уже официально как Луина, и у меня ни разу за все эти годы не было сольного концерта. Really? Ни одного. У меня бывают выступления, мини какие-то концерты и так далее. К сожалению, и к счастью, вот сейчас в предвкушении, идут переговоры. Зал забронирован, Дворец Республики в Алматы, на 21 октября. И я надеюсь... Мой день рождения! Салтанат, день рождения, если что, мы споем дуэтом с тобой на сцене, на моем сольном концерте. Если все получится, так что, Салтанат, молимся, иншаллах, надеюсь, все получится и состоится первый сольный концерт Луины. Ойын. Біздің жобамыздың серіктесі нарықта Кейсел және актив брендтер ұсынған қазақстандық мобильді оператор ол Кейсел. Айта кету керек, Кейсел бұл тек мобильді оператор ғана емес. Сонымен қатар елімізде ең ауқымды 5G жабыны ОГО бонус адалдық бағдарламасы бар алғашқы цифрлық банк. Онлайн дүкен бар, мобильді супер қосымша және тағы басқалар. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде қонақта Луина, ал біз Луинаға керемет ойын дайындап қойдық. Бұл барлығымыздың белімізде шарлар байланып тұр. Айтудың өзі сәл қазір. Бірақ енді ойын. Ойынның шартын түсіндіре кетейін, мына осы жерге... Шарлардан ұялып тұрсың ба? Иә, шарлардан. Сызықтарды әдейі сызып қойдық, сол сызықтың бойында ғана жүреміз, ешқайда шықпаймыз. Неге ортасында сызық сары? Ортасында сызық сары, өйткені біз бұл жолда біз односторонный дейміз. Бұл солай ортасында. Бұл. Иә, бұл. Және біреудің шарын жаруға тырысамыз, өзіміздікін емес, біреудікін. Егер сіздің шарыңыз таусылса, бәрі жарылған болса, сіз ойыннан шығасыз, шығып күтіп тұрасыз. Кім ең соңында бір шармен болсын қалады, сол жеңіске жетеді. Ойын шарты түсінікті болса, біз бастаймыз, кеттік. Ойбай. Келіңіздер. Қайда тұрамыз? Кім қайда ыңғайлы тұрып алыңыздар? Бұрышқа тұрып алайық. Иә. Сонымен шабуыл жасауға дайын болыңыздар. Бастаймыз. Кеттік. 2-3. Ойнаға бар, ойна. Шықпаймын, дәуелет, шығып атсын. Акция, давай, кішкене. Подожди, тоқта. На 3 секунды. Шықпаймын. 3 секунды, 3 секунды, по-мужски. По-мужски давай.
Давай. Это было смешно. Сонда дәулет құтты болсын. Рахмет. Рахмет. Жеңісің құтты болсын. Бір шарым болсын. Аямадың бұл ойынаны. Сонымен бұл ойында жеңіске жеткен. Мен десе. Бүкіл күш жігерін арнап. Өйткені әділетті Қазақстанға сай әрекет жасау керек болды. Бәрі әділетті болды. Бәрі әділетті болу керек болды. Ойына сені салайын деп атыр. Оған аспаңыз. Сонымен мен жеңіске жеттім, мен құттықтаңыздар. Сонымен бағдарламамызбен осыны керемет ойынмен аяқтаймын, сіздерге ұнады ма? Ойына сізге көп-көп рахмет. Барлығы жақсылық тілейміз. Осы студияда жақсы жаңалықпен жиі кездесіп тұрайық. Барлығы жақсылық тілейміз. Рахмет. Енді рұқсат болса ән сұраймыз. Ән, конечно, әрине.